первый день за победу бились представительницы прекрасного пола из сел Кинжиколь, Павлодарская и Муялды. На второй день в спортивном зале средней школы собрались мужчины. По традиции открыл соревнование ветеран спорта села Кинжиколь Кайрулла Дюсимбаев. Он пожелал удачи и хорошей игры соперникам. В свою очередь участники настроены серьезно. Донат Кужахметов, представитель команды Кинжиколь, занимается волейболом уже 7 лет. Трехкратные чемпионы все это время идут без поражения. Игра мне очень нравится. Вот. Наш тренер уделяет нам достаточно внимания для наших тренировок. То есть 2-3 раза в неделю мы ходим в зал и как бы повышаем свои навыки в волейболе. Конечно, как и любая другая команда, мы надеемся только на первое место. В ежегодных соревнованиях принимают участие команды со всех сельских зон Павлодара. Спартакиада проводится среди молодежи от 18 лет. По словам Тимиртая Тайкибаева, главного судьи турнира, в Кинжиколе созданы все условия для спортивного развития молодежи. После этих соревнований будут лыжные гонки, пулевая стрельба, национальные игры Туоскумала. Вот эти игры будем участвовать. Мы только рады за такие соревнования, что нас привлекает в сельские зоны на таких соревнованиях. Молодежь желает заниматься спортом. Условия есть у нас на базе Кинжикольского сельского округа. Команда «Кинжиколь» не сдает позиций. По итогам турнира они заняли первое место. На почетном втором расположились ребята из Муялды. Третье досталось селу Павлодарское. Сабин Рахимбай, Ниязбек Смагулов, РТС Информ.